Я тут столкнулась с проблемой со своим М-контейнером. Никак не установить, собственно, это двойное дно, так, чтобы М-жидкость, даже со временем, могла вытекать из краника. Да. Но я у мужа инженер. Правда, инженер-программист. В общем, я распиляла чуть двойное дно, включила дополнительно Элочку-людоедочку, которая отыскала, собственно, в саду подходящий кусок шланга, и посмотрим через пару недель, работает ли эта затея. В общем, это можно было бы назвать «Купи себе головняк всего за 700 гривен и спаси планету». Попытайся. Тём.